это все-таки еще раз я вернулся заснять. Это здесь находится еврейский квартал, где во Второй мировой войне здесь, вот именно в этом месте, казнили людей еврейской национальности. Поэтому такое сакральное место. Да, вот на фоне как раз улетают журавли, символизируют, наверное, души людей. Вот. Это все. Здесь вот такое место, где происходила экзекуция. Здесь и написано вот на еврейском. Синагога Тарнов. Или уничтожили синагогу Тарнов здесь. Здесь даже написано. Еврейский центр. Да. Вот исторические такие места. Интересно. Всегда вот люди. Смотрят, как это было. Это еврейские жиды в Тарнове, евреи в Тарнове. Вот. Вот. Тарнове. Так и называют жиды. Жиджи. Тарнове. Фотографии. Они жили здесь, как они были расстреляны. Уничтожены. Это вот все напоминает о такой жестокости человеческой. На фоне вот это происходит молебный. С этой стороны вот так вот. Так, и здесь как раз вот написано на иврите или на идише.